Не умеешь делать роллы? Возьми эту штуку и выложи в нее рис. Хорошенько прижми, и пока жарится рис, возьми лося. Нарежь его в щи вот так вот мелко. Добавь все это добро по списку. Нарежь лук и хорошо перемешай до однородной массы. Возьми адвоката, помни и добавь лимонный сок. Нажаренный рис намажь, положи, добавь соус унаги, спайси и перец. Выложи на красивую тарелку и съешь, пока никто не видит.